концерте вокальной музыки, который имеет очень интересный подзаголовок «Вена, Вильно, Петербург». И это три города, три символа трех композиторов, которые сегодня прозвучат, музыка, которая прозвучит. И перед началом нашего концерта мы обращаемся к вам с убедительной просьбой отключить ваши любимые устройства. После Шуберта и Шумана только Брамс умел создавать столь национальные по духу и складу вокальной мелодии. Это неудивительно. Никто из современных ему немецких и австрийских композиторов так пристально и вдумчиво не изучал поэтическое и музыкальное наследие творчества своего народа. Про некоторые свои вокальные циклы Брамс писал своим друзьям: «Пожалуй, впервые я с нежностью отношусь к тому, что вышло из-под моего пера. С такой любовью, даже влюбленностью, я еще ничего не создавал». Итак, Йоганнес Брамс, «Верность любви». Звучат нежные свирели, серенады и радость жизни. Исполняет заслуженная артистка России, лауреат международных конкурсов Елена Виберова, сопрано, партия фортепиано, Даниил Богданов, класс профессора Маргариты Ивановны Кравченко. Thank you.
прекрасная серенада исполняет Елена Игорева, партия фортепиано, и Нина Федорова, класс профессора Светланы Григорьевны Бондаренко. Thank you.
песня объявляется небольшим контрактом во втором отделении нашего концерта. Прозвучат произведения Мичи и Слова Вайнберга.